Валерий. Привет. Ой, здравствуйте, Александр. Привет, Валерий. Как дела? Спасибо, на Богухане подводите, что хорошо. Понятно. Ну что, там Новый год скоро, правильно? Ну, в принципе, да. А, с ним это самое. Да. И день рождения же у вас, да? 25-го, да. 25-го. Ну, по старому стилю, это 25-го. Да. Что, я предлагаю куда-нибудь пойти посидеть, поболтать? Так, а это исключительно вы, как сказать, хозяин-барин. Ага. Ну, собирайтесь тогда, пойдемте. Да не вопрос, елочка-берелочка. Тут не с чему собраться, как это самое. Это уже стало как традицией каждый Новый год приходить, поздравлять вас, вот, поэтому для вас я кое-что приготовил. Так. Чтобы почувствовать новогоднее настроение, нужно, так сказать, быть в ощущении праздника. Поэтому первое, что это вот, держите, шапка. Ой, огромное спасибо вам. Новая крутая шапка. Да, но это была бы простой шапкой, но есть одно но. Идите сюда, давайте сюда, я покажу. Это шапка, в общем, она светится, вот, держите. Да, померьте еще раз. Okay. О, светящая шапка. Вот, это первое. А второе, что у меня есть для вас, это новый крутой свитер. А, свитер? Ух свитер ты, как замечательно. Да, да, держите. С подарками мы разобрались, да? Вот. Собственно, завтра у вас день рождения. Завтра 25 декабря. Да, 25. Ну вот, предлагаю сегодня отметить ваш день рождения и наступающий Новый год. Поэтому пробовали когда-нибудь суши? Это такая рыбная, рыбные штуки, да? Ну да, это такая, это типа рис с рыбой и у него рис. Три штуки. Ага. Не пробовали? Нет, не пробовал. Ребят, ну а пока Валера переодевается, обязательно посмотрите мой видос, который вышел буквально несколько дней назад. Он находится вот здесь. Это, в общем, видос про Санька из Яндекс.Доставки. Я встретился с ним через полгода. И посмотрите, что с ним стало. Ну что, Валерий, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Поздравляю вас с наступающим днем рождения. Желаю здоровья, ну и, собственно, чтобы было побольше денежек. Ну, ясное дело, конечно, это самое. Спасибо вам большое, Александр. Чувствуется новогоднее настроение или как? Конечно, конечно. Люди, это самое, ну, грубо говоря, мягко выражаясь, вот так, ага, скажем. Очень многие, скажем так, люди, вот, просто с улыбкой идут. Проходит вам, даже, да? Даже не надо это самое там кидаться на шею там с поцелуями, там тыры-пыры, все такое. Вот, нет, просто люди идут, улыбаются. Угу. Все, этим, как говорится, все сказано. Тут не надо быть, как вам сказать, физиогномистом. Вот идут, улыбаются, значит, у них хорошее, как минимум, хорошее настроение. Угу. А у вас чувствуете новогоднее? Конечно, конечно, угу, конечно. Мало того, что день рождения, мало того, что Новый год. Ори. До Нового года осталась одна неделя, а вам не с кем встречать этот праздник? Не волнуйтесь, друзья, сейчас я вам покажу крутое приложение, которое поможет вам найти свою вторую половинку. Найти свою вторую половинку не составит никакого труда. В приложении Badoo есть функция, называется «Люди рядом». Она показывает всех, кто находится в вашем районе и людей, которые находятся рядом с вами. В общем, открываете эту вкладку, смотрите, выбираете человека, кто вам понравился, ставите лайк и пишите сообщение. Возможно, именно этот человек будет встречать с вами Новый год. В приложении Badoo есть крутая функция, называется «Люди рядом». Она показывает всех, кто находится рядом с вами, поэтому вам не придется ехать в другой район или в другой город для того, чтобы познакомиться с девушкой. Скачивай приложение Badoo по ссылке в описании, устанавливай и находи свою вторую половину. Как сейчас дома дела обстоят? Так, мы довольно-таки редко видимся, допустим, с той же матерью. Ну, то есть в каком плане редко? То есть она то, что она у себя в этом самом комнате запирается на ключ. Угу. Вот. Спасибо. Спасибо большое, девушка. Но в целом отношения с ней стали лучше, да? Или как? Ну, в общем, да. Угу.
Ну, я не могу сказать, что уж намного лучше. Ну, да, ну, может быть, немножко это самое, сдвинулись там с мертвой точки, но... Я говорю, ну, на шею, ну, никто, ни я к ней, ни она ко мне не бросаемся. Ну, вот и все. Поцелуями. Ну, Валерий, собственно, нам принесли суши. Давайте, что ли, отведайте, попробуйте и скажите ваше мнение по поводу этой, да, азиатской еды. Или чем японской. Это самое-то? А, палочки, вот палочки. А как? Я не умею. А вот, давайте, учитесь. Так, держите. Собственно, вот так держите их и берете суши. Попробуйте. Что-то я это самое... Так? Так, да. Черт. Большое спасибо вам, Александр. Спасибо вам, вашей компании, как говорится, вот что, ну... Сказать, приняли участие в моей жизни, что ли, я не знаю. Вы попробуйте всю целую прямо. Не понял. Не по частям, а всю целую прямо сушеньку. Я не могу большие куски в рот засовывать. Ну, не приучен просто. Капуста красная, да, так понимаю? Ну как суши на вкус? Великолепно. Сколько исполняется лет завтра вам? Ну, я 67-го года. 61 получается. Сколько еще раз? 51 получается. 51, да? 51. 51. Угу. Интересный вопрос хочу задать. На какой возраст вы себя ощущаете? Вот так вот, психологический возраст. Сложно ответить. Ну, я уверен, что лет на 70 однозначно. На 70? Ну, уверен. Не моложе, наоборот, старше. Не-не-не, да, наоборот, старше, скажем так. А, где Новый год будете встречать и с кем? Дома с матерью. С братьями, если приедут. Там с женами они. А, даже братья приедут, да? Ну, по идее должны, но они, ну, я так понимаю, Новый год у себя справляют, а, ну, там, сразу после Нового года, там, получается, первого, там, первого ночи, да? Вот. Ну, приедут к нам, наверное, я так думаю. А как с братьями у вас обстоят дела? Нормально. Нормально? Да. Она островата чуть-чуть, но... Да и хрен самое же самое, это ничего страшного. Это я этот... васаби. Да. Островат, я же говорил. Островат. Типа хрена, короче. Хрен рядом не лежал, это самое, с этим васаби. Есть какая-то мечта на Новый год у вас? Нет. Понимаете, я, скажем так, не особо верю во все это. Поэтому и не, скажем так, не загадываю. Загадать желание для меня – это, в общем, определенная проблема. Соответственно, чего загружать себя проблемами? Ну что, Валерий, наш день подошел к концу. Вам желаю хорошо встретить Новый год, не знаю, нормально наладить общение с матерью, там, провести с братьями хорошо время, вот. Всего вам самого хорошего и можете что-то пожелать нашим зрителям, подписчикам, все, кто вас так любит. Спасибо вам огромное, вам, Александр, и всем, кто меня смотрит. Всем желаю в новом году исполнения всех ваших желаний, это раз, вот, это первое. Ну, наверное, то же самое, в принципе, сбывание всех ваших желаний. Ну, пожалуй, все. Ну, все тогда, до новых встреч. До новых встреч. Ну вот, Валерий, что будете пить? А что есть? А это вот к официанту. А что вы любите? Ну... Горячее или холодное? Не, холодное. Алкогольное, ведь алкогольное. Да, наверное, и то, и другое, я так думаю. А на данный момент что больше? Ну, как-то ощущения вкусовые, это самое, так пока еще... Пока не ожидал, просто неожиданные вопросы, понимаете? Хорошо. Ну, вы можете это предложить? Давайте так, это самое. Что вы принесете, то и, как говорится, это... Нет, давайте мы не будем так, потому что все-таки вкусовые предпочтения у всех разные. Безусловно.